и в Запорожье, в Киеве, где было 4 случая заболевания, на прилавках вяленая рыба на любой вкус. Вот на ваших экранах ассортимент одного из обычных магазинов столицы. Вопреки торговому запрету, который ввели на прошлой неделе. Что же получается? Как выполняется запрет, никто не проверяет и не контролирует, товар никто не изымает. У врачей сыворотки нет, а силовики не задерживают ни поставщиков, ни реализаторов. Во всяком случае, о каких-либо следственных действиях полиция не сообщала.